Вымыл я посуду после завтрака и хочу показать. А мы вчера еще в светофор заезжали. В общем, я туда целенаправленно ехала. Мне нужна была вот такая вот корзинка, потому что я моющее средство, полотенце, чистящее средство храню вот так вот здесь на мойке. Не убираю никуда, чтобы лишний раз не наклоняться. И оно у меня стояло в коробке из-под торта, в круглой, в такой пластиковой. В общем, теперь вот такая пластиковая будет, другая, более красивая. Вот такая коробочка. Вот, и тряпочки еще посмотрела. Вот тоже такие вот салфетки. Сейчас такой размер у нее. Где-то, наверное, 20 на 20 размер. Микрофибра, наверное, что ли. Не знаю. Ну, в общем, она синтетика, вот эта тряпочка. Очень гигроскопичная. В общем, кто пользуется, вот можно в светофоре их купить. Они дешево стоят, что-то 36 рублей за 3 штуки, по-моему. Вот. И вот сколько я себя корю, но не удержалась. Думаю, надо купить конфеты. Купила конфеты вот такие. Путешествие великана. Вот. Это такая гадость. Не покупайте в светофоре продукты. Многие вот расхваливают этот светофор. Ой, там вот это дешево, там вот это дешево. Слушайте, братцы, мы вот что не купим там, мы постоянно обожжемся. То ли мы такие избалованные, то ли я каким-то шестым чувством понимаю, что вот в этой конфетине, здесь, наверное, вся таблица Менделеева. Это ужас, а не конфеты. У меня на что Мишка-сладкоежка? Он их не ест, вот он, целый пакет, он так и стоит. Нет. Иначе бы он уже и в колледж бы их прихватил, если бы они были вкусные. Сказал, больше вам такое дерьмо, извините за выражение, не покупай. Так что вот, будьте избирательны. А, мы еще консервы пробовали. Собаки, если вот сварить, взять там, может хоть как-то подешевле. Но я их даже варить не стала. Я когда их открыла, понюхала, думаю, нет, моя собака мне дороже. Поэтому... Даже животным вот эти консервы, причем консервы, это тушенка человеческая, человеческая, что я говорю, братцы? В общем, тушенка, выполненная для того, чтобы ее потребил человек. Несъедобная. Вообще несъедобная. Вот. А самый первый обжиг у нас был на смеси фруктовой. Мы покупали смесь фруктовую. Я ее там в начале, когда у нас появился канал, я снимала вот эту смесь. Дети тоже ее не стали есть. Так мы ее и выбросили. Вот. В общем, не знаю, расхваливают этот светофор. Всем нравится. Полочки светофора, обзор, дешевый товар. Знаете, дерьмо, оно и должно стоить дешево. Вот, мое мнение такое. Единственное, что вот эти вот тряпочки, да... Они, в принципе, но я думаю, что они не стоят дороже. Просто в другом магазине не попадались, и я не успеваю. Вот сейчас просто покажу, что мойка удобна. Вот так раз, вытер ее, и она сухая. То есть, все, до обеда вот она будет сухая моечка. А тряпка моментально сохнет. И в стирке она неприхотливая. Да, я люблю тряпки, которые не сразу выбрасывать, а чтобы можно было постирать. Вот, и в машинку, в стирку, все, мойка сухая, тряпочка, вот она 5 минут, она высохнет, если она запачкается, то значит мы ее бросим постирать. Это да, это похвалю, а продукты, будьте осторожны, не травитесь. Вот с конфетами не знаю что, детям я, конечно, их не даю, так мы с Сергеем Витальевичем морщимся, но за что уплочено, должно быть проглочено. Еще раз привет всем. Мы с уроками. Лохматые, не хотят причесываться. Так, сначала вот что хочу показать. Смотрите, Егор на черновике у нас делает. Там нужно... Было 7 тетрадей. Нужно сделать самому насколько меньше и решить. В общем, я так понимаю, что он правильно решил. Чуть меня не фокусируется. Держи вот так листочки, Егорка. Сейчас. Ну вот смотри, цифру 5, как он написал у нас. Оп. Она каллиграфическая, но она в зеркальном отображении. Егор, ты ее перевернул. Цифру 5 по-другому нужно написать. Теперь пиши. А вообще включили мы, чтобы показать домашнее задание.
по окружающему миру. Для первого класса. Папа у нас вчера долго хихикал, а потом все пел песню Аллы Борисовны. То ли еще будет. В общем, вот смотрите. Откуда в наш дом приходит электричество? И практическая работа. Соберите электрическую цепь из деталей электроконструктора. Но у нас, к сожалению, нет такого конструктора. Используйте рисунок как образец. А далее нарисуйте электрическую цепь, которую вы собрали. Здесь нужно нарисовать ее. Ну и сообщить нужно другим ребятам о результатах своей работы. Выслушать и оценить их сообщения. Это вообще про что? Они еще буквы не все выучили. Они еще в прописи до сих пор не доучили. Там последние буквы пишут. Че там, да, у вас? Нет, че? Мы не учили. Какой вы не выучили? Е. Е. Мы Е сейчас учим. Ну, в общем, не важно. Нет, не Е. Так, е. Да не суть в этом, ребятишки. А в том, что первый класс, товарищи, в первом классе нужно вот такие задания давать. Я в шоке. Честное слово. Для меня вот это, например, трудность бы представила сделать такое. Ну, собрать с конструктора, ладно. Но нарисовать потом электрическую цепь как-то схематически, что ли. Я не знаю, кого из наших детей будут делать. Они читают с грехом пополам. Да, Снежок? Да. Вот у нас сейчас Лера учится в 7 классе. И у них не у всех есть техника чтения. Например, такая, как вот у нас у Василисы. 94 слова, да? Тут мы дома засекали, она и 102 слова читала. Но это была легкая книжечка, сказка была. У Егора колеблется от 20 с чем-то до 40. И 29 было у него, и 40 было. В общем, зависит от текста, конечно. Но я к тому, что им-то... Вась еще нет 8, Егора вот исполнилось у нас 8. И это первый класс. А Лера учится в 7 классе. Когда Вася... И у некоторых учеников у них нет вообще техники чтения. Абсолютно. А когда Вася... Да все, Снежок, уже сняли. Можешь закрывать. Будет 8 лет. Лерка вон тут у нас безобразничала. Делала домашнее задание. Рисовала. Мама. Рисовала. Она будет ругать. Ладно, покажем. Мама. Обложку им задали нарисовать. Книги, которые она недавно прочла. В общем, она прочитала вот такую книжку. Вот ее обложка. Ладно, все, отключаемся. Давайте дальше математику делать.